Всем привет! Сейчас я расскажу, кто и по какой причине ушел с проекта «Топ модель по-украински» пятый сезон, так и не попав в число лучших 15 участников. Поехали! Первая ушла победительница онлайн-голосования Диана. Надо сказать, что судьям Диана сразу не понравилось, но раз было обещано, что победители онлайн-голосования автоматически попадают в тридцатку, то делать было нечего. А выгнали Диану за то, что она не справилась с первым заданием. Надо было на транспаранте написать протест, обязательно личный. Диана написала «Нет расизму». Судьи не поверили, что украинская девушка, живя на Украине, могла столкнуться с такой проблемой. За Дианой ушла кудрявая блондинка, которая пришла побеждать, но увы. Она написала на транспаранте так, что невозможно было прочитать ни слова. Ее, как и Диану, вывели охранники. Затем ушел парень по имени Александр, похожий на Джастина Бибера. Он кинул транспарант в судей, за что и поплатился. Еще, по итогам этого испытания, ушли 7 участников. Одна из них – это дочка пастыри, которая пришла доказать отцу, что модели не являются девушками легкого поведения, а написала протест «Нет через постель». Что, как мне кажется, обозначает, что она не будет ни с кем спать, а все остальные так делают. Ушел второй победитель онлайн-голосования, который тоже написал какой-то бред. Ушел парень, который попал в тридцатку последним. Ушел парень с фамилией Кадила, который подает в церкви Кадила. Он мог бы написать, что верующий может быть моделью, работа моделью не грех, или что-то в этом духе, а он нарисовал и написал что-то непонятное, что к протесту не имеет никакого отношения. Ушел кадр, который написал «Всем спать». Ушла девушка, о которой даже сказать нечего, ее как-то мало показали. Еще один молодой человек написал, что мужчины и женщины равны, неудивительно, что его тоже отправили домой. Ладно бы это написала девушка, которую бы не брали на работу шахтером из Запала, когда она всю жизнь об этом мечтала. А нет, к равенству призывает мужик. После второго испытания никого не выгнали, а вот после третьего выгнали 3 парней. Ушли 2 Виталия и Вова Мацарский. Мне кажется, что Вова Мацарского вернут в проект. Не зря он участвовал в показе с другими участниками шоу, которые попали в 15 лучших. После третьего испытания выгнали девушку, финалистку проекта, от пацанки до панянки. И при подведении так и разлучили влюбленную парочку, 2 лесбиянок. Я думаю, что это правильно, так как первой мешало бы присутствие второй. Подписывайтесь на канал, чтобы следить со мной за разными интересными шоу и популярными каналами на YouTube. До скорого, друзья!